Привет, друзья! Сегодня ролик для родителей, обзор мелков, вот так они выглядят, я рисую последнюю неделю ими. Ну, я купил случайно их, потому что они были в магазине, и сейчас я покажу, как их рисовать. Называются гелевые мелки, очень удобные, держать в руке удобно, и я думаю, что детям очень удобно, потому что я сам пользуюсь, и сейчас я покажу маленький рисуночек. Они очень-очень мягкие, вот прям очень мягкие и имеют разные цвета, соответственно, очень легко ими рисовать. Я хочу нарисовать маленький рисуночек, чтобы вы увидели, что да, действительно, они прикольные, два желтых цвета. Давайте желтым я нарисую здесь пальму и расскажу, почему я советую такие мелки детям, ну, 2, можно года 3. От 2 лет, я точно думаю, они будут справляться с этими мелками очень хорошо. Здесь у меня пальма будет. Желтый я использую желтый. Здесь я нарисую солнышко. Оно пускает яркие-яркие лучики. Очень веселый, простой цвет. Есть второй желтый, он более такой лимонный. Его можно добавлять куда-то еще, и он больше светится. Тоже очень прикольно, и мне кажется, детям, ну, тоже очень нравится, когда есть какие-то более светящиеся цвета. Так, что еще я хочу рассказать о мелках? Мне они чем нравятся? Тем, что они действительно очень-очень, ну, как бы мягкие и не ломаются. Проблема в пастели, которую, как вы знаете, я очень люблю. Здесь я нарисую кораблик треугольный, парус. Я очень люблю масляную пастель, действительно, она очень прикольная, мне она нравится, как она смешивается, мне все в масляной пастели нравится, но она очень ломкая, как бы относительно, конечно, сухой пастели, но все равно, мне кажется, она неудобная для детей, сколько я не рисовал со своими детьми, или ребята ко мне приходят, все они немножко, очень быстро начинаются ломаться мелки. И где-то, наверное, на занятии третьем-четвертом у вас уже от коробки остаются одни огрызки. Это такая пальма. Здесь вот песочек рисуем, а здесь кораблик. Одни огрызки. Ну и потом неудобно всегда держать. Потому что если ребенку 2-3 года, а я начинал со своими рисовать именно тогда, казалось, что им неудобно. Они хватает вот так вот, как-то вот неудобно держат, пытаются закрасить, давить опять-таки. Хоть и мягко, но все равно приходится надавливать более сильнее, чем, ну, чем хотелось бы. Да? И ребята стараются надавить сильнее. Получается как бы не очень. И опять напряженная рука. Вот в этих вот вариантах, в этой пастели совершенно нет. И потом она не ломается. Хватает ее, наверное, не знаю, на 100 рисунков. Потому что я нарисовал, я давлю так же сильно, так же все рисую, соответственно, безостановочно. Вы знаете, что я рисую каждый день по много рисунков. Я думаю, на 100 рисунков ребенку точно хватит такой пастели. И она в коробочке лежит, прям супер удобной. Ее хранить. Я стараюсь использовать все цвета для того, чтобы родители сказали: ой, хорошо. И почему я сделал такой ролик? Потому что, ну, вот много очень такие вот море такое. Мне нравится, море отличное. Конечно, чего-то не хватает. А чего? Конечно же, паруса. Нет, парус я уже нарисовал, теперь флаг. Много родителей в Инстаграм особенно задают вопросы. Я стараюсь отвечать в Инстаграм на вопросы. И, соответственно, вот на этот вопрос я захотел ответить, потому что действительно много спрашивают. Вот такой рисунок, очень простой. Мне он нравится. Мне нравится, как рисуют эти мелки. Есть недостаток в этом наборе мелков, что нету коричневого цвета. А я знаю, что, ну, как бы хороший цвет коричневый. Нельзя говорить, что один цвет хороший, а другой плохой. Из-за этого приходится изловчаться, брать, например, рисовать красные кокосы, а после этого добавлять фиолетового и что-то коричневатое получится. Можно смешивать, еще написано на коробке, на этой же коробке написано, что можно размывать водой, легко отмывается и увеличен диаметр. Это просто супер. Такой простой обзорчик моих мелков, которые я нашел вот буквально в магазине на той неделе, кажется, и теперь я выпускаю много роликов с ними. Хотя я думаю, что масляная пастель, она, конечно, лучше для старшего ребенка, которому уже, наверное, от 5 лет, 6, он уже может смешивать. В этой пастели все не так хорошо можно смешать, но зато, когда вы рисуете, вот все получается, как вы хотите. Очень легко как бы вот раскрасить, вот я раскрашиваю, можно даже размазывать, но в масляной пастели вы именно можете
как-то более чувствуете фактуру, можно использовать ее более профессионально. Так что от масляной пастели, если у вас есть масляная пастель вашему ребенку уже 6 лет, то, наверное, отказываться не надо. А те родители, которые хотят, чтобы их дети привыкали и рисовали все больше и больше, могут устроить себе праздник, купить такие мелки. Я думаю, что любые гелевые мелки, у меня были другие гелевые мелки, они тоже отлично подходят. Я знаю, что они все такие такого же типа. Так вот нарисуем. Отлично. И очень легко и удобно складывать. Спасибо, что смотрите мои ролики. Ставьте лайки, если вам нравится. Пишите в Инстаграм. Больше всего общения происходит в Инстаграм. Вы мне пишите, я стараюсь ответить на все вопросы в Инстаграм. Там же есть конкурс, в котором вы можете участвовать. И, как вы видите, очень легко складывать эти мелки. Совершенно нет проблем. И это не фломастеры. Все-таки есть тут ощущение того, что вы по-настоящему давите, рисуете. И что-то получается. Есть еще белый цвет, мне он очень нравится. Здесь как раз он работает. В масляной пастели белый цвет не всегда работает, а здесь белый цвет очень работает, потому что блики вы можете ставить очень хорошо, он прям очень хорошо заходит, прям. Ну вот белый цвет здесь тоже не зря сделан. Жалко, что нет коричневого. Я бы, например, убрал один голубой или синий, к примеру, и поставил бы коричневый. Коричневый все-таки вещь хорошая, когда вы рисуете природу, деревья, пеньки и ежиков. Спасибо, что рисуете со мной. До свидания. Пока-пока.